каждом государстве есть спецслужбы, обеспечивающие безопасность его граждан. Но если беда приходит в эту страну, только одна команда может все исправить. Агентство «Жили долго и счастливо» — секретная организация, гарантирующая счастливый конец каждой сказки. Ноготь сломал! Но когда коварная ведьма умоляет, мы не хотим залезать в вкусный праздничный домик, похищает двух невинных детей. Какой садист назовет детей Гензель и Гретель? Им придется. Штурмовая группа, готовность номер один. Мы готовы. Эй, может, закажем пиццу? Старая команда снова в сборе. Шапка, лидер. Вы будете работать вместе. Я не хочу с ним, он же обуза. Волк, идиот. У меня железобетонный план. Поверьте, это больнее, чем кажется. Бабка, неустрашимая. Прямо как в школе. Божественно. Дерганный агент под прикрытием. Смотрите, он без штанов. Облом! Вас ждет. Группа Альфа, начали. Ты, черный пояс. Вот свинья. Сиквел. Как подую, дом чертям тебе снесу я. И добро это. В 3D. Приветик. Чё, в натуре собралась перейти мост? Ага. Да мне к воле не видать, чтоб тут какая-то пикса в красной шапке рассекала. Подходи. Вот вот твою... Пока. Ура! Доктор сказал, я буду жить! Кто бы сомневался. Красная шапка против зла. Что за запах? Когда детишки нервничают, им надо спустить пар. Нормалек, натурпродукт. Блин, жестко, однако.